Мэрия предоставляет предприятиям промышленные площадки, другие территории. Но как проверить, используются ли они по назначению и помогают ли они пополнению городского бюджета? На этот счет есть оригинальный ответ депутата Петросовета Валерия Матвеева. Ну, смотрите, допустим, арендованный участок, да, он арендован для того, чтобы там располагалось какое-то промышленное предприятие, да, там, или, скажем, какая-то промышленная промплощадка. А там он используется не по назначению. Как зайти на эту территорию, если, в общем-то, вся территория закрыта, да, и то не пускает, стоит охрана, собаки там или еще что-то такое. Можно использовать такой способ. Он поднялся, этот аппарат, да, в общем-то, снял то, что находится на территории, и потом арендатору предъявили, в общем, почему бы и нет, то, что вполне плодотворный источник. Пускай обжалуют решение администрации, если не согласен. Но когда есть видеосъемка, очень тяжело, как бы, да, то есть говорить о том, что правда или неправда. Ну и многие, в общем-то, арендаторы, да, после, ну, естественно, в общем-то, общение с администрацией их вызывает на комиссию, да, с ними начинают общаться о том, об этом, и, в общем, многие начали устранять те недостатки, которые, ну, потому что сегодня никто не хочет, на самом-то деле, ну, у нас же, как обычно, такая русская авось, да, не трогают Таиланда, а уже когда начинают показывать, говорят, ну, извините, у вас, в общем-то, есть определенные нарушения, давайте будем их устранять, ведь в большинстве своем люди, как правило, добросовестные. Ну, я считаю, 90% люди порядочные и добросовестные.